какой финал у этой встречи. Колумбия 4-1 ведет, там тоже интересно, но у нас-то все решается сейчас. Греция или Кот-д'Ивуар? Кто в плей-офф выходит? Да. Я сочувствую Бори. Я сочувствую всем футболистам сборной Кот-д'Ивуар. Но вот вы верили, что так все завершится? Невероятно. Вообще, на основе этого матча можно такой фильм снять. Хотя нет, фильм снимать не надо. Матч самоценен сам по себе. Но такая развязка, слушайте, да. Угадал, угадал, но очень сильно, мощно. Да, Самарас. Он в сборной не очень много забивает, скажем так. И вообще с годами гораздо меньше забивает, чем когда-то. Но вот это, может быть, самый важный мяч в его карьере в сборной.